Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема заключается в том, что я нестабильна в своем отношении к своему парню. Когда мы познакомились, я влюбилась, и у меня неделю была эйфория. Ну, вообще, от влюбленности это нормальное чувство. Потом прошла. То есть имеется в виду после недели, да? И с тех пор полтора года я постоянно в каких-то циклах от сомнений и мыслей, что нам надо расстаться, до обожания его и мыслей, как я могла так думать. Ну, если это происходит у вас вот таким образом, то я думаю, что в данном случае речь идет не совсем про молодого человека, а скорее про вас. То есть вы вот, значит, ну, каким-то образом, да, переносите на человека, вот, что-то свое. Вот. Нужно только вот, понять, увидеть, что именно вы переносите. Вот, потому что очевидно, что решается какая-то ваша вот проблема, психоэмоциональная проблема. Вот. Да, конечно, не совсем. Тут вот, может быть, очевидно, что именно, какую именно проблему вы пытаетесь решить, что именно вы, как-то вот переносите на на своего мужчину, да, что именно вы к нему чувствуете, в данном случае, да, вот. Но я думаю, что что-то здесь точно есть такое, вот. А также здесь есть проблема личных границ, потому что когда вы мечетесь от состояния, значит, что нужно вот либо расстаться, да, либо до обожания, вот, ну, у вас вот происходит, вот, происходят такие, получается, метание. Это про личные границы и про, в какой-то степени, получается, страх. Страх психоэмоциональной близости. Вот. Ну, обычно как раз это бывает, вот, когда человек вот несколько испытывает сложности, определенные сложности именно вот с личными границами своими, вот. Из-за чего ему как-то вот трудно довольно-таки, да? Ага, значит, находиться в контакте с человеком. Вот. И вот он как бы получается, мечется. Метание происходит от одного к другому. То есть,
Ну, то есть от обожания, да, и желания с человеком как бы слиться воедино, до отторжения его. Поэтому здесь, ну, в данном случае нужно смотреть. Я уже и свой перфекционизм винила, и что только не думала. Ну, перфекционизм – это ведь внутренняя агрессия к себе. То есть если вы, ну, чувствуете, если вы склонны к перфекционизму, да, если вы склонны к этому, то, ну, к сожалению, вот, у вас вот такая получается, ну, внутренняя неудовлетворенность, внутреннее недовольство собой. Ну, вот. А это, в свою очередь, вот что, ну, что интересно, да? А это, в свою очередь, означает, что вы недовольны кем-то. Вот. Ну, во внешнем мире. Только вот, скажем так, пока непонятно чем. Пока непонятно чем. Вы недовольны, да? То есть, что именно вас, то, ну, как-то напрягает, да, и так далее. Вот, то есть, это нужно преследовать, на мой взгляд. И, собственно, если это сделать, то я думаю, что вот ваш перфекционизм, да, он, в принципе, ну, не будет себя проявлять вот так, как проявляется, ну, как сейчас проявляет, да? Дальше. Мне нравится в нем практически все, поэтому я не решался расстаться, когда поступали сомнения. Что не нравится, это то, что меня периодически раздражает его манера говорить или рассказывать что-то, какие-то элементы, не всегда абсолютно, какая-то неуверенность в себе, ужимки внешне, мне не нравится его разрез глаз и волосы. Ну, я бы сказал, что... вы здесь демонстрируете тенденцию, в которой не видите за образом, который навесили на молодого человека, реального человека. Реального, ну, реальную личность, видите вы. Вот. И, соответственно, как мне думается и как мне кажется, вот, нужно вам отделить образ свой, да, вот, то, что вы хотите видеть, то, что вам нужно, то, в чем вы, ну, можете нуждаться, да, вот, от того, какой реальный человек, вот. Потому что реальный человек, он, ну, конечно же, другой, он не вот это все, что вы описываете. То есть он вот это все, но он больше, наверное, совокупность
этих элементов, а не распадение на части, как вы его, по сути, на атомы разбираете. Вот. Понимаете, да? О чем я говорю? Дальше. В остальном он действительно мой идеальный парень, высокое сложение, улыбка, потрясающая, свой юмор, ебать, доброта, поддержка, умение выслушать. А, смотрите, есть ощущение, что в этом всем вы нуждаетесь. То есть это все то, что вы от него получаете. Вот какое есть ощущение. Но нет ощущения, что вам хочется для него, например, что-то делать. Нет ощущения, что у вас к нему вот, как бы так сказать, именно витальные чувства, ну или конструктивные чувства, да. Есть ощущение, что вы в нем нуждаетесь просто. Вот. Нуждаетесь вот в том, что он вам там дает, да, ну, за счет вот своих данных. Еще он очень умный, много всего знает, это меня восхищает. Ну, как будто бы вы здесь обесцениваете себя, предполагая, что вы не умный, вот через него это компенсируете. И еще он надежный и очень меня любит и заботится. То есть у вас здесь есть тревожность, неуверенность, получается, в очевидно себе. Вот, коль вы вот на это обращаете, ну, обращаете свое внимание. Вот. И, вероятно, вот вам важнее, чтобы любили вас, нежели чем вот, ну, что любите вы, как будто бы обязан. Вот. Я не говорю о том, что это 100% плохо. Но просто вы в этом как будто бы довольно сильно получается себя терять. Не знаю, заметили ли вы это или нет. Так, тем не менее, меня покидают фантазия о каком-то парне, который будет вызывать у меня больше восхищения. Вам для чего-то нужно восхищение. Это восхищение как-то связано с ощущением себя. Вот, правильно, таким образом вы пытаетесь себя любить без парня, обесценивая свою значимость. Какой-то с качествами моего парня, а еще плюс дополнительно более уверенный, мужественный, при этом чувствительный и заботливый. Да, это вот все то, что вам, по вашему мнению, не хватает в себе, вы вот присваиваете все это другому человеку. Вот. То есть, ну, свои конфликты, которые у вас ну, могут быть, есть, вот, свои конфликты. А свои страхи, свои потребности, это тоже, кстати, очень,
очень важный момент. То есть вот, грубо говоря, если у вас есть вот какие-то потребности, да, вот, ваши собственные, вот, то в чем вы нуждаетесь, например, вот, то вы будете вот на это обращать внимание, но в вашем случае, вероятно, посредством вот, значит, присваивания всего этого человеку, своему партнеру. Вот. И, значит, через него пытаюсь вот обрести некую такую, скажем, стабильность, да, некую такую уверенность. Только, конечно, у вас это не получается. И на мой взгляд, и по моему скромному мнению, в полной мере не получится, потому что, это зависимость от другого человека, к сожалению. Дальше. Еще были красивые, чтобы все знали, кого я схватила. Вот, эта история про то, что вы пытаетесь вот как раз подтвердить свою ценность, значит, посредством партнера. Своего, о чем я и, собственно, говорю. Вот. И вот вы в этом, постоянно находитесь, у вас то получается, да, то не получается. Вот. И отсюда такая вот нестабильность, как мне видится. Дальше. Мне самое смешное от списка своих требований, особенно когда я вспоминаю, что далеко не идеальная сама, и меня принимают такой, как я есть. Почему я не могу? Потому что у вас есть внутри определенные противоречия плюс потребности. Почему я постоянно даю посыл, что не такой? Потому что вы себя считаете не такой. Все очень просто. Да, вас могут принимать, как вы говорите, такой, какая вы есть. Вот. Вас могут принимать. Но это совершенно не означает, что вы принимаете сами себя. Понимаете, да? Вот поэтому ничего тут удивительного нет в вашей активности. Вот. Я думала о расставании, но никогда не могла принять такое решение, потому что это мне подсказывает, что это может повториться с другим партнером, у которого не будет ума бацать моего парня. Да. Потому что вы хотите быть идеальным. Вот. Вы хотите быть идеальной, и вот, соответственно, а
делаете это, как бы, за счет вот, партнера своего. Вот. Не за счет себя и, ну, вот, того, что, например, вам хотелось бы, вот, и не за счет, ну, какой коррекции своего поведения, да, вот. А именно вот за счет требований к партнеру. Потому что партнер должен вас, ну, характеризовать. Какой партнер, такая я. А на себя вы почему-то забили. Вы ставите себя на вот то, как раз, ну, на второй план. Вот. Внешне. На самом деле это не так. Вы пытаетесь руководить отношениями, вот, и так далее. Я более чем в этом уверен. Я более чем уверен, что вы вот как-то, ну, тяготеете к этому. Только вот, к сожалению, пока не замечает того, какую проблему пытается решить у себя. Вот. Дальше. Еще хочется отдельно упомянуть свои сны и стыд. Это злость и агрессия. Я не могу свернуть в гордости познакомить моего парня со всей своей семьей и друзьями. Да, потому что, во-первых, он характеризует вас, и вы не принимаете себя. А с другой стороны, у вас с вашими родными друзьями отношения, где вы не чувствуете себя свободным. Потому что раз вы себя не принимаете, значит, вы выставляете себе требования. Если вы выставляете себе требования, значит, вы не можете быть свободны с этими людьми. А это значит, что очень многое поставлено на карту, по вашему мнению, при знакомстве. Ну, вот. И если познакомить ваших близких с вашим парнем. Слишком многое поставлено на карту. Вот. Ну, по вашему мнению. По крайней мере, так это, ну, выглядит, получается. На самом деле, конечно, это скорее плоды ваших, ну, вашей психической активности. Ну, для вас очевидно, что это реально. Для вас очевидно, что это реально. К сожалению. Вот. Поэтому, собственно, это вот и нужно корректировать, как мне кажется. Он харизматичный, классный, добрый, но что-то всегда во мне испытывается. Это подавленная злость. Я боюсь, что он будет одет не так, или прическа будет не выглядеть не так обратно. Чтобы что? Одет не так для чего? Вот. Когда я представляю, что он так, так, или то, что не соответствует каким-то стандартам, не знаю. А каким? Откуда они, этот стандарт? Откуда? Ну, то, что это за стандарт? Давайте разберем. Так.
В общем, я мучаюсь и трачу много энергии на это, на что? На то, чтобы с этим бороться. Когда я представляю, что он делает мне предложение, я понимаю, что не могу сразу сказать «да» без задних мыслей и быть самой счастливой на Земле. А вы не будете самой счастливой на Земле. Потому что самый счастливый на Земле вас не может сделать другой человек. А вы можете сделать себя самым счастливым. А вы пытаетесь быть счастливой через кого-то. Для меня это будет череда сомнений и тревога, скорее всего, в общем, не знаю, что делать, чтобы что. Раздаваться и искать того, в ком не будет сомнений или менять что-то в себе и в своем отношении, потому что так будет со всеми. Да, менять что-то в своем отношении. Лучше с психологом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!